Вернуть к жизни науку и жизнь. Старейшая просветительская организация «Общество знания» должно обновиться в духе времени. Такое поручение дал президент Владимир Путин. На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу «Общества знания». Все мы о нем хорошо помним. Последние годы оно вроде существует, но вроде его как и никто не замечает. Напомню, «Общество знания» существует с 47-го года прошлого века. В свое время оно выпускало всем известный журнал «Наука и жизнь». Оформить подписку на который было большой удачей. Снимались просветительские и научно-популярные фильмы на самые разные темы. Сегодня проекты общества, лекции, вебинары, форсайт-сессии и воркшопы. Всего 18 миллионов участников. Переход на новые форматы позволит не просто увеличить аудиторию, но и вернуть былую популярность.